Подходите ближе. Чем больше вам кажется, что вы все увидели, тем легче вас будет ввести в заблуждение. Леди и джентльмены! Наш заключительный трюк! Мы ограбим банк! На счет три вы телепортируетесь сквозь пространство и время в банк, который расположен в Париже. Раз, два, три! Каждый, находящийся в этом зале, жертва тяжелых времен. У одних отобрали дом, у других машину. Только сегодня ночью. Мы вернем вам ваши деньги. Спасибо за внимание. Доброй ночи! Не с места. Все руки вверх. Вы расскажете мне, как добраться из Лас-Вегаса в Париж за 3 секунды? Как дети называют это в наши дни? А, магия. Я твоей заднице тюремный срок пропишу. Первое правило магии – всегда быть самым умным парнем в комнате. Ваш банк был отвлекающим маневром. В то время, как был проделан настоящий трюк. Разоблачи их сейчас и уничтожь. Подожди, подожди. Он чист. Ладно, спасибо за задержку. Неважно, насколько грандиозен трюк, он был придуман давным-давно. И я считаю, что от того, что мы совершим, всех просто вскроет. Сейчас меня видно! Смотрите пристальнее. Потому что чем больше вы думаете, что вы близко, тем меньше увидите на самом деле. Скоро!